Привет, мужик, на связи Шамшурин. И мне очень многие задают такие вопросы. Что делать, если девушка отказала, да? То есть, если она сказала нет, я не знакомлюсь, там, я не даю телефон, там, если она послала и так далее. То есть, ну, причем это очень болезненная тема, потому что многие как, то есть они подошли, набрались смелости, да? А девушка какая-то первая же там сказала, что нет, чувак, я не знакомлюсь, и все. И после этого у него такая психологическая травма, он услышал отказ, ему неприятно, и он потом не может никак себя заставить подходить еще. То есть ему реально страшно. То есть что происходит? Ну, на самом деле, начнем с того, что как бы никто вот, в прямом смысле вас никогда не пошлет. То есть вот именно говорят, а что делать, если девушка пошлет? Чтобы девушка сказала, пошел ты, да, там, или что-то. Это надо реально очень сильно постараться. И, ну, поверьте, это случается, не знаю, один раз там из 100 или там из 80, может быть. То есть начнем с того, что они просто мягко говорят, скорее всего, нет, я не знакомлюсь там. Иногда говорят, отвали, иногда говорят, отстань от меня, мне некогда, но самая болезненная реакция, пожалуй, для мужика, это, то есть это игнор. Когда ты подходишь к девушке, что-то говоришь, распинаешься, а она просто, не обращая на тебя внимания, идет дальше, как будто тебя нет. Вот это самое больное, что можно как бы услышать. К сожалению, это есть, с этим особо ничего не сделаешь. То есть, что с этим делать, ребят? Вот такой вопрос. Весь прикол в том, что, к счастью или к сожалению, вот такого вот укола, да, антипосыльного, или к таблетке, там, или спрея, побрызгался, и тебе похуй стало, что тебя послали, такого нет. С этим ничего не делать. Что можно сделать? Это единственный способ, это проглотить вот это все, переварить, мысленно повторить, что она просто там ебанутая, она неправильная девка, то есть у нее проблемы и так далее. И, соответственно, пойти дальше и начать подходить к следующему. В чем прикол? Смотрите, то есть, когда вы подходите постоянно к разным девушкам, то есть то к одной, то к другой, то к третьей, вы начинаете постепенно замечать, что как бы проблема не в вас. Вы подошли к одной, она с вами нормально пообщалась там. Даже если свела, но она сказала это очень как-то мягко, ой, там, извините, вы очень классный, но я, к сожалению, не могу, у меня есть муж. Или дала телефон. Подошли к другой, она просто оскалилась там, не знаю, отвернулась и сказала там, отстань, отвали. То есть, по логике, вы же не могли стать хуже, да, там, за две минуты, когда шли от одной к другой. Потом подошли к третьей и так далее. То есть прикол в том, что чем больше вы подходите, тем больше вы спокойнее начинаете относиться к отказам. Но здесь такой некий замкнутый круг. То есть чтобы больше подходить, надо не ссать и не бояться отказов. Но чтобы не бояться отказов, надо больше подходить. Поэтому вы уже выбираете себе, что для вас важнее. На самом деле важно определить свою цель. Если вы хотите, ну, все-таки научиться соблазнять, если вы хотите, чтобы рядом с вами была самая лучшая женщина, самая хорошая, самая клевая, будьте готовы к тому, что перед этим вам придется перепробовать очень много разных и перепробовать просто даже в качестве подходов. То есть вы подходите, вас посылают там, вы подходите, другие вас не посылают. То есть, но прикол в том, что это будет, и без этого никак. И надо понять, вот важна ли для вас эта цель, или вы готовы сдаться и готовы там зассать и сказать, ой, я не могу, мне страшно, я больше не пойду. Вот представьте, любой успешный мужик, какой-нибудь бизнесмен, политик, там еще какой-то, какой-нибудь чувак, да? То есть он на самом деле шел к своим целям довольно долго. То есть, и как бы, если вы читаете биографию этих мужиков, да, то все пишут о том, что они там по 100 раз обанкрочивались, не знаю. Они обламывались там, они падали до нуля опять, но они не сдавались, они придумали еще что-то, и у них было огромное количество неудач. Как бы успеха добивается тот человек, ну, вернее, смотрите, если брать такой прикол, что как бы, как думают обыватели, обычные люди, как добиваются успеха, то есть две таких стрелочки, одна стрелочка не успех, другая стрелочка успех, и они думают, что тут либо повезло, либо успех, да, либо не успех. Как описывают свое достижение успеха самые успешные люди? То есть у них как бы стрелочка – неуспех, следующая стрелочка – неуспех, опять неуспех, 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 и так раз по 10, и потом только в конце успех. То есть я к чему это говорю, с женщинами то же самое. Если для вас действительно важна ваша цель, вы хотите стать самым лучшим соблазнителем или найти себе самую лучшую любимую женщину, вы должны быть готовы к тому, что на этом пути у вас будет очень много неудач. И если эти неудачи в состоянии вас сломить, значит, так сильно вам в кавычках хочется получить эту цель.
значит, ребята, тогда откажитесь от нее и просрите свою жизнь с самой какой-нибудь там обыденной, обычной девушкой, которая будет вас пилить и говорить: я тебе не дам, потому что ты не купил мне шубу. Вот такие дела, ребят. Это то, что я хотел до вас сегодня донести. Всем удачи, пока.